Что делать с елкой после новогодних праздников? Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Вот я вчера купил елку, а она была упакована в пакетик. Написано «Новогодняя ель». Новогодняя ель. Ну, это елка коника. Пицца глаука коника. Вот написано. То есть ель канадская коника. Ель это род, канадская это вид, а коника, естественно, это сорт. Такой пакет красивый, ну да, все блестящее было все. И даже блестками на ней накрутили, если потрясти. Так что же с ней делать? Сейчас мы начнем. Для того, чтобы ее поставить, она же выжила у вас на подоконнике, а потом вы поставили ее весной уже на улицу, и зимой опять занесли, и опять она у вас была, как бы, осталась живая. Нам для этого нужно. Нам для этого нужно горшок, дренаж обязательно. Ну, дренаж у меня из шишки, это моя привычка, можно сказать. И можно сделать из камня, можно сделать хоть из чего. Вот такая, вот так она будет стоять. Так. Нам для начала нужно вот эти блестки все убрать. Поэтому берем и в принципе, они не мешают, но могут загораживать свет для хвои. Да, надо мыть. Вот, из пешка выпал. Так, сполоснули. Ну, блестки остались все равно, но ничего страшного. Вот корневая ее. Я вчера купил, полил ее, она мокрая, была совершенно сухая. Так, теперь нам нужен горшок. Горшок смотрим и ставим. Горшок 2 литра. То есть примерно он должен быть вот такой. Я там были большие экземпляры, я взял специально маленький, но попышнее, чтобы она больше наросла. Нам понадобится грунт, чистая вода и ведро с корневином. Так, ну, для начала наберем земли. Ну и подставка, естественно, нам нужна будет. Так, еще раз. Сама ель, горшок. Грунт. Ну, он уже, конечно, там хвойный опад, песок и покупной торф для хвойных. Тут все вместе, даже вон корни какие-то непонятные. Да, еще вот здесь забыл сказать, что здесь производитель пишет дата упаковки ноябрь 19, срок годности до потери товарного вида. То есть это они уже полуживые стоят, а через пару недель от них ничего не останется. Скорее всего, они выкинут. Но это опять же ель канадская. Так, первым что делаем, мы насыпаем землю. Землю насыпали чуть-чуть.
Ну, уровень, чтобы корневая шейка у нас не заглублялась. Ставим горшок посередине и обсыпаем землей. Прям со всех сторон. Не стесняйтесь. Придавливайте. Горшок, напоминаю, 2 литра. Потом вы можете, конечно же, взять побольше горшок и сделать такую же процедуру после следующих новогодних праздников. Я думаю, что вот сейчас до весны она даст, и даст очень хорошо побеги. Потом ей необходимо будет полутень. А потом, когда к зиме, вы обратно занесете и поставите ее дома. Ну, а на новогодний праздник опять можете нарядить ее. Прижимайте, пока земля сырая, можно прижимать, ничего страшного. Когда будет она уже мокрая, то уже нежелательно прижимать, чтобы она сильно не была. Земли можно потом подсыпать еще, но сейчас главное. Так, нам нужна подставка, но это потом. Ну, теперь берем корневин. Корневин должен быть разведенный. И просто ставим его сюда. И нам не хватило воды. Воды не хватило, сейчас дольем. Мы поставили горшок в корневин. Вот у нас идут пузырьки, если видно, там не видно. Ну, в общем, в таком состоянии он должен у вас простоять 2-3 часа. Ну что, подождем, пока он пропитается. Вот сейчас пропитается, пузыречки уйдут, то есть 3 часа подождем, потом начнем дальше. Ну вот, наша елка постояла в корневине. Пузырьки все вышли, в принципе. Нам понадобится просто ведро чуть-чуть. Пустое уже. В корневине она постояла хорошо, 3 часа. Теперь сливаем всю воду. Сверху видите хвойный опад, остался это довольно-таки хорошо. Ставим ведро. Прижимать сильно не надо, сейчас вода, земля. Просто подсыпать земли. Сейчас земля очень уже промокшая, поэтому сильно не придавлю. Где есть пустоты, просто подсыпьте, да и все. А теперь они это очень любят, все хвойные. И землю вокруг намочите и хвою. Блёстки заодно отпадут. Да, отпадут блёстки, заодно остальные. Ну, это можно сделать простым опрыскивателем, не обязательно там что-то там такое, как у меня. Опять ждем, пока сливается вода. Ставим на подоконник. Ну что, уважаемые друзья, вот мы и пересадили ель. Подписывайтесь на канал,
ставьте лайк. Всем всего доброго, удачи. С вами был Евгений Филимонов, Хвойный дворик.